Батюшки ты мой. Ой, к вечеру, гляньте, и ветер спал. Ой, какая красота. Сейчас пойду закат снимать. Так. Сколько тут? Ну, почти 9 градусов. О, ну, только как-то вот получилось между столбом. Но я хочу сказать, мои дорогие, а ведь оно уже двигается. Понимаете, было-то вот там солнце. Вот я приехала-то. Сколько прошло? 3 недели? Было вон там. А теперь уже вот тут вот. Хе-хей, дело к весне. Нет, тут-то есть ветерок, это у меня нет ветра внизу. Ну что, красота. Ой, ну какое ветрище был целый день. Страшное дело. Здорово. Интересно, что будет завтра. Пугают везде там похолодание. Ну, не знаю, какие везде похолодания, не везде. Где-то, как всегда, где-то похолодало. Ну, ладно. Ну, чё, мои золотые, давайте прощаться тогда. Я так хочу есть. Я с этими делами совсем забыла, что есть надо. Да? Пойду поужинаю. Что? Что трёшься? Что? Напакостил опять. Опять напакостит и трётся потом. Ой, а забыла вам что сказать, мои хорошие. У меня у Саши приехал щенок. Я все время почему-то вот не помню, Пермь или Пенза, ну, в общем, откуда-то оттуда. Вот, они так долго хотели, так долго собирались. И вот, наконец, он приехал. Он маленький, он такой смешной. Такой прям, ну, милый, конечно, ну, чего, как все щеночки-то. Да? Скажи, я тоже был такой милый, такой смешной, пока не начал вытворять. Ну, в общем, и им, конечно, понятно. Я говорю, вы там готовьтесь, потому что что? Будет расти ребенок, будет веселиться и вас радовать. Единственная, конечно, проблема – тайга, кошка в шоке. В шоке, рычит, шипит. Ну, я думаю, что привыкнет. Еще потом спать вместе будут, правда ведь? Это что, говорят так кошка, как кошка с собакой, а так-то, господи. Он маленький, ну, у нее, правда, котят не было своих, ну, посмотрим. Ну, я говорю, Саш, ну, первый день, что ты хочешь-то? Конечно, бедная девушка, она была звезда в семье, на расхват погладить, поцеловать, а тут здрасте. Явился какой-то непонятно какой, писает на салфетку, что ей никогда бы в голову не пришло. Ну, в общем, да, весело. Ну, вот Саша мне пришлет видео, я вам покажу, конечно. И такой молодец, да? Так вот.
замысла. Ну что ты трешься, что? Покормила только тебя. Вот. Так что... А я смеюсь, говорю, это у вас репетиция перед тем, как дети пойдут. Я говорю, ну ладно, давайте, давайте. Вырастите этого. Там легче пойдет. Ну, они давно хотели собаку, и только никак не могли сойтись в породе. И какого размера должна быть собака. Ну, вроде как вот все сошлось. У них у знакомых такая же порода. Я вам потом скажу, как она точно называется. Я так знаю, кто это, но грамотно не знаю, как ее назвать. Вот, так что, мои дорогие, все хорошо. Ну вот что, да, стою и думаю, выдерживаю паузу. Не выдерживаю, девчонки, забыла, что сказать хотела. А то мне как-то написали, актриса хренова, паузы она выдерживает. Ой, доживите до моих лет. Не такие паузы будете выдерживать. Станиславский отдыхает. Ой, не могу. Я как почитаю комментарии. Зайки мои, вот у меня как-то выработались какие-то антитела, видимо, к этим товарищам. Я прям вот прочитаю несколько слов и удаляю. А если заинтересуюсь и прям почитаю, то вот потом, вот честно сказать, не смеюсь, ржу. Ну... Меня так обидели про кота. Я так переживала, тут вся была на нервах. И мне написали столько дерьма, что мне девочки, даже мои подружки, подписчицы писали, что вот, не расстраивайся, там всякое. Я расстроилась, но тут же всех забанила. А потом подумала и даже не стала, было такое желание прям снять видео и всех их порвать. А потом подумала и думаю, ну что, раньше сидели бабки у подъездов, да, вот это, и обсуждали, вот идет юбка короткая, вот там то, то не так, это не эдак, это курит, а это, ну, в общем, короче говоря. А теперь все эти бабульки переместились в интернет, в Ютуб. Сидит она вот эта на диване, сама делать ни хрена не умеет. Руки растут, сами знаете, откуда. Дома ее уже никто не слушает, естественно, всем надоело. И вот она, голуба. Лишь бы обгадить. Так, идет товарищ, который на меня тогда меня собакой травил. Пошла-ка я во двор от греха подальше. Может, он опять пьяный, хрен его знает. Да, Мась, ты со мной согласен. Да. Так что пусть пишут, чего хотят. Вот чего хотят. Я уже сколько раз говорила. Я прислушиваюсь к мнению умных людей. А у меня на канале самые умные, самые порядочные, самые добрые. Самые люди, которые много чего пережили и могут понять другого человека. А эти, вот прям, фу! Ютуб меня закалил, девочки. Я как вспомню, как я плакала, как меня трясло, как меня Алинка уговаривала. Потом ругалась на меня и говорила, бросай все, если ты не можешь. Нельзя так близко принимать к сердцу все. А оказывается, это очень просто.
Это очень просто. Это лечится временем. Так что вот так вот. Ладно, лапульки, я пойду, правда, поужинаю. Что-нибудь еще поделаю. Вот. Мне тут кот все ноги истоптал уже. Вот. А вам что? Ну, чего я вам всегда желаю? Только хорошего. Гляньте, небушка-то какое прям к вечеру стало, прям весеннее. Красотища-то какая. Только хорошего. Лапуськи, не болейте. Не болейте, держитесь. Ну, чего-то выкапывает. Кто там, Мася? Кто там? Сам не знаешь. Не болейте, не грустите. Держитесь. Мы всех победим. Давайте, мои хорошие. Всего вам доброго. Хорошего вечера, спокойной ночи. Пусть ничего не болит, ладно? Я вас, знаете, как Кашпировский вот это. Ничего не болит. Ладно, мои хорошие. Нет, молодец. Да. Сидеть. Молодец. 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 Лежать. Лежать. Нет. Не готов еще. Нормально. Надо просто показать ему. Пока-пока.